14 апреля прошла встреча философского клуба с Сергеем Шаракшане. Тема звучала «Как сегодня создать современную востребованную газету?». На встрече присутствовал Андрей Иванович Угланов, главный редактор социально-аналитической газеты «Аргументы недели», которой в этом году исполняется 10 лет. Модератор клуба Сергей Шаракшане представил публике гостя и после вступительного слова предложил гостям встречи перейти к диалогу. Какой должна быть современная российская газета? В ходе дискуссии были упомянуты и проанализированы известные мировые и специализированные газеты. Каковы шансы печатных периодических изданий выжить в гонке с электронными изданиями и информационными интернет-порталами? Газета неразрывно связана с журналистским делом. Есть ли сейчас хорошие объективные журналисты, готовые выдвинуть себя и сражаться за правду? На протяжении всей дискуссии появлялись новые слушатели, которые присоединялись к обсуждению и высказывали свою точку зрения на те или иные вопросы. Беседа получилась интересной, ведь эта тема очень актуальна и в нашей стране.